Всем привет! Сегодня мы будем жить в мини-городке для мини-человечков от Кетчупа и его друга Матвея. Всем привет! Может, вы мне покажете сам город, что в нем есть-то? Я вижу, тут у вас огромные леса есть. Да, тут очень много лесов. Я молчу. Ладно. Тот, кто был Матвеем, стал молчуном. Все, твое новое имя. Тут можно в лесу заблудиться, конечно же. Да, круто, и лес. Кажись, город расположен в таком месте, где огромные леса. Да, ну, короче... Это, от людей прятаться огромных. Если нападут, то так, прячемся, и все. Рутайночек. Так, я тут вижу дороги, и мы можем покататься на этом? Да, можем. Можешь, пожалуйста, включить. Молчун, мистер Молчун, пожалуйста, включите эту машину, трамвай. Так, я тут вижу, в городе крутые трамваи есть, это хорошо. Сейчас мы будем на нем кататься и все смотреть. Я жду на остановке еще. А я тут сразу залезу. Это, короче, город, в котором живут все мелкие челики, наверное. Такой огромный. Да. В нем столько домиков и всего этого. И мы сейчас все это посмотрим. Даже и магазины, и это. Живые дома, и даже трамвай есть. А когда он будет работать? Мистер Молчун, я хочу на трамвае покататься. Что, на остановке? Это свой трамвай. Трамвай какой-то не едет. Технические неполадки. Еще бы работал. Тут трамваи странные. Работают, не работают, неизвестно. Может, пока другое посмотреть, он говорит. Ладно. Что еще тем показать? Трамвай у него немножко этот. Поломался. Сейчас там эти рабочие будут его чинить. Или кто они там. А мы пока побегаем по городу пешком. Пешком бегать это хорошо. Да, полезно. Давай вон на те токсичные отходы. Ну, это завод. Игрушек попи поитаем? Ну, да. Ладно, почти. Нет, наверное. Рядом с ним тоже огромные пышные леса растут. И тут есть парковочка. Откройте. Да, пока они машины не завезли. Ага, кажись, я тут больше, чем машина. Да. Так, ладно, припарковали мы, короче, тут машину, типа того, и идем на завод. Ё, можно зайти? Тут я вижу, вот эти трубы тоже работают. Вон они испускают дым, я вижу. Кажись, уже что-то начало готовиться. Давай я тоже зайду внутрь. Так. Тут у меня не получается. А, вот так. Внутри, кажись, ничего не было, да? Да, да. Ладно, кажись, внутрь не надо было заходить. Ладно. Это была ошибка. Надо тебя там было закрыть. Ах ты! Хорошо, что не успел. Я тут вижу, там уже все дымится и что-то готовится. Вот такой был прикольный заводик. У него типа трубы дымятся. Такое есть. Ну, заводик как заводик. И лес. Так, я тут вижу, еще рядышком стоит аэропорт. Тоже припарковываем машины и заходим внутрь. Да. Да, внутри нас встречает обалденнейший декор. Да, вообще. А где рабочие, кто тут этот? Билет купить хотеть. Самолеты-то есть хотя бы? Самолеты угнали грабители уже. Они улетели все уже. Я опоздал на свой самолет. А менеджеры тоже улетели? Да. Круто. Этот аэропорт закрылся в России. А, пошлите. Тут везде такие заборы еще стоят. И мы, думаю, пойдем дальше. Так, это был завод, аэропорт, а сейчас мы идем, наверное, самое интересное. О, тут можно побегать. По дороге идешь. Рынки, да, фонарики везде. Куда идем? Давай в магазин. Давай в парк. О, давай в парке отдохнем. Тут у нас фонтанчик и скамеечки, и деревья. Ну, круто, короче. Короче, парк. Можно посидеть и отдохнуть, полевитировать. Да. Да, крутая скамейка вообще. Сам делал, спасибо. Крутая скамейка. Чисто, когда не хочешь, чтобы сидеть с кем-то. Хопа. Супер крутая скамейка. Ладно, пойдем. Надоело мне в парке находиться. Тут у нас есть магазин еды? Я кушать хочу. Да, есть, вот он. Вон, так близко. Тут у нас остановка, где тоже только один челик сидит, автобус маленький. Так, широкий такой стал, сидишь, а все, места нет, уходите на другую. Блин, что делать, придется стоять. Так, тут у нас есть магазин такой, он никак не называется. Это магнит... Магнит вроде. Это магнит, но без надписи магнит. Он не магнитный. Да. Он не магнитит к себе посетителей. А внутрь можно зайти? Да. Ну там все равно ничего нет. Как с заводом, что ли? Да. Ломываем дверь. Ладно. Короче, магазин магнит еще не открылся. Мы слишком рано проехали. Вот еще одна девчачья такая тоже. Тут можно посидеть. Снова занять все место. На, хотя ты даже не посидишь, а вот. Ну блин. Иди на другую остановку. Это моя. Ладно. Вот получается был магнит, который не магнитится. И также тут есть жилой домик вот такой большой. В нем можно пожить? А все места заняты. А. Ясно. Блин, тут все занято. В магазине все скупили. В заводе ничего нету. Дома все раскупили. Где жить-то? Кажется, я тут ненадолго. Гостиница есть хотя бы? А гостиница есть? Опа, трамвай готов, говорят нам. О, побежали. Я не знаю, где мне тут поселиться, если все дома заняты. И магазины тоже. Блин, даже скамейки заняты, реально. Слишком крутой город. Так, ладно. Залезаем в этот летающий трамвай.
Прям как в сказке про трамвай. Такая бывает. А в смысле, а как залезть? А, ладно, там а круто. Этот. У нас бесплатные билеты. Да, погнали. Погнали. Трамвай. Поехали. А ты расфиксировал стульчики? Что там? Что стульчики-то не расфиксировали. Погнали. О. О-о-о, вот этот трамвай едет как быстро. А Ватя, мне на первую остановку. Хоп, все, моя остановка, уходи. А что? Нет. Я забыл. Ай, трамвай меня давит. Ну такой прикольный был трамвайчик. Вообще, быстрый, да, тем более. Скоростной трамвайчик, дайте мне. Ой, я прям по дороге хожу, а мне не страшно. Ха-ха-ха. Тебе еще там собьет трамвай, и все, капут. Да нет, там водителя нет. Он ничейный, я его себе заберу. Все, это мой транспорт. Поехал, трамвай, вперед, давай. Я тебе приказываю. Ты мой теперь. Никого не брать. Я один здесь буду. Давай, вперед, 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 вперед. Ладно, вперед не надо. Мне тонуть еще рано. Я еще не посмотрел город. Давайте зайдем в самую вглубь города, так сказать. Так, тут у нас стоит светофор. Какой цвет горит? Я не знаю. Можно найти? Нет. Думаю, можно. Ну да, в принципе, ладно. А тут так машин нету, ничего бояться. А штрафы есть? Тут есть детская площадка. О, дайте мне в качельках покататься. Нет, качельки слишком маленькие. Тут еще больница есть. Когда я успел так вырасти? А, ну я еще не болен, мне туда не надо. Также можно покататься на этой горке. А, кажись. Да что я такой большой? Ты большой слишком большой. Обидно. Очень. Ладно, пошлите в дом, поживем. Может, там кто-то хотя бы есть. Люди, я пришел к вам в гости, пустите. Да, ну что, все съест ваши конфеты. Пустите меня, ой, я зашел куда-то. Ой. Да, кажется, меня в гости не звали. Ой-ой-ой. Это ловушка. Да, все, закрыли тебя. Нет, закрыли. Все, я вылез оттуда. А, тут токсичные люди живут в этом доме, я так понял. Они меня какими-то зелеными штуками обросали, и там все в дыму было. Ладно, в этот дом я больше не зайду. Что вот это такое? Это банк, только без опять надписи. Что я кто-то не сделал. Его ограбить можно? Да. Ладно, пойдемте в банк, посмотрим, что там. Сейчас там все ограбишь. Хотя нас уже ограбили. Все золото украли уже. Я не успел. И мы прошли вглубь города. Так, пошлите по магазинам погуляем. Кино. О, кино. Кино. Давайте кино посмотрим. Или уже тоже все места заняты. Надо и билеты купить просто. А у кого? Билета просто нет, не завезли уже. Ну, даже билетов нет. Фикс прайс. Что это такое у нас? Магазинчик тоже. Магазинчик, пойдемте. Нам, кажись, я слишком большой даже для магазина. Магазин просто все... Просто кто-то много чего ел. Я не понял, я даже не могу. Сейчас я попробую все-таки зайти, прибегнув к... я зашел в магазин. О, тут полочки, я всю еду кто-то купил. Даже кассы нету. Кассу просто съели. Кассу съели. Ладно. Здесь у нас проход сюда. Что это такое? Это гаражи для машин. А зачем сюда машины припарковывать там? Если мест нету, то в гаражах. Давно тут не убирались. Тут почему-то все в земле. И... Ну, машины есть? А машин нету в гаражах. Там он и даже все заросло. Ну да. Че, теперь я в гараже. Ты машина. Знаешь, что надо сделать. Давай, закрывай. Давайте. Ладно, посмотрим, что тут в гараже у нас. Круто. Теперь я машина, что ли? Меня закрыли в гараже. Помогите. Все, отлично. Я вернусь, ладно, чтобы отомстить вам. Сумочек гараж, что ли? Ладно, один гараж, не страшно. Он там банки, деньги возьмите. Тут их куча, можно. Они же общие. Стой на месте, насквозь. Не страшно. Ладно, пошли. Так, значит, кино не посмотрим. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Тут еще один живой домик, пойдемте к ним в гости. Ой, где-то я. Так, а где у них дверь-то? Люди, вы что, дверь убрали? У них двери нету. Они дверь сломали, чтобы я не зашел. Ладно. О, большая детская площадка, может, на ней хотя бы поиграть можно? Да, может, баскетбольчик поиграть. А где мячик? Так. Мячик где? Сейчас завезем. Так, кажись, там рабочий подъемный кран для мелких человечков. О, смотрите, я вижу, как кто-то строит дом. Люди, кто вы? Там можно управлять краном. Да, я вижу, я тоже хочу. Я помогу в строительстве этого домика, потому что в нем буду я жить. Этот кран может вот так двигать блоки, пум. Ой, кажись, я сейчас весь дом раздолбаю. Все, сломал я этот домик, так тебе. Один домик уничтожен. Там есть. Блин, пришел лох и все разрушил нам. Да я помогаю. Я хочу, чтобы наверху соседей не было, которые пол ломают. Я спасаю тут тутушних жителей. Понятно.
Так, давайте-ка проверим на исправность подъемный кран. Что там лучше проверять? Так, опробуем-ка построить. Сбрасываем вот этот блок. Да, хоп. Так, кубики я поставил, надо еще бы. Ой, они взорвались, ладно. Так, кубики установлены, все хорошо. Ладно, пусть завершают строительство этого дома, зато не будет плохих соседей наверху. Ладно, пойдем. Можешь установить запись, у меня вылетела. Да, такс, я знаю, у тебя вылетело. Тут у нас еще один жилой дом, и там включен свет. Кажись, люди тут еще все-таки есть. Пробую-ка я к ним в гости забежать. Люди, я к вам пришел в гости снова. Ах, вам хочу. Давайте я к вам через крышу залезу. Че, дед, можно что ли? Может быть. Так, крыша сломана. Да, кажись, меня тут никто не ждет. Никого нету. Только окна раздолбанные. Это не я сломал все, я ухожу. Это оно сама, что ли? Это не я, окно сломал, но само. Ну ладно, ладно. Ладно, тут есть еще живые домики. В этом что-то никто меня не ждал. Наверное, потому что я к ним через крышу зашел, они все попрятались. Сейчас я зайду в еще один домик. Так, звонок я нечаянно уничтожил, ну ладно. Тут тоже меня никто не ждет, оказывается. Такой живой домик, тут тоже у него светятся окна. Мать, там у людей коробки. Может, они там тоже есть. Откройте, люди. Ну, раз вы не хотите мне открывать дверь, то я вам окно сломаю. Оп, все, я выломал им окно и сейчас к ним залезу. Я к вам в гости, примите меня, дайте мне к вам зайти, блин. Плохие какие-то тут люди живут. Я просто боятся тебя, ты большой слишком. Я просто в гости пришел, я вас кушать не буду. Хотя, они может, я передумаю. Что они? Не гостеприимные. Ну и плохо. Да блин, я реально не могу к ним в гости зайти, но у них там везде коробочки, я вижу. Ладно, не хотят они меня пускать, но не надо. Здесь еще один белый жилой дом, он вообще очень красивый. Мне он нравится. Только я не вижу, что в нем кто-то жил. Может, я там поселюсь. А стоп, а где у него дверь? А, мне там жить нельзя. Ясно, ладно. Тут точно такой же, и точно так же без двери. А, стоп, вот же дверь. Ждите меня. А дверь у них закрыта, кажется, еще не открылась. О, а тут магазин Лента. У нас парковочка везде, можно зайти в магазин. Меня не пускают. Живи, теперь это... твой целый дом. Скажи волшебное слово, тебе пусть. Пожалуйста, пустите или я вас съем. Пустили? Нет, пустили. Значит, не сработало. Пустите или я вас съем. В шаурму закатаю. Что-то они не пускают. О, не знаю. О, ладно, я через стену вломался к ним. Ха-ха-ха-ха. Где они? Нифига ты жесткий. Они меня закрыли. Помогите. Меня жители дома закрыли. Нет, вот, поймали монстра. Ладно, я выбегу через окно, как спецназовец. Оп, все, выбежал. Так, тут у нас магазин Лента. Так, это не реклама. Кажись, внутрь меня тоже не пустят. Купить ничего не смогу. В этом городе, кажется, все с голоду померли, поэтому никого нету. Потому что в магазине ничего нет. Где еда? Еды нет, ты все съел. Ой, блин, какой-то гигант бегает. Он спрятался в магазине. О, торт. А, сколько стоит один торт? Я хочу купить. Мне его на всю жизнь хватит, пока не испортится. Один торт, ну, один золотой блок. Чё так дорого? Ну, просто вкусные торты. Ладно, вот вам одна тонна золота. Это около 5 миллиардов рублей за один тортик. Вот, блин, вон крутили. Все ваши, все, спасибо. И магазин тоже мой, давайте выходим. Ходим, я буду в нем жить, ладно. Блин, чё тут за гигант разгуливает? Меня тут... за продуктами послали, в книжке все написано, я в магазин не могу зайти. Просто проголодался и хочет найти себе еду. Я не съедобный, съедобный. Я не еда, уходи. Он что говорит, чтобы я книжку прочитал, чтобы к нему на нос залез, а потом меня схавает как лиса. Я не буду его, все, я ухожу из магазина, пойду куда-нибудь подальше. Тут везде находятся такие жилые домики. И также больница, в которой я еще не был. Вот этого великана надо в больницу затащить. Он какой-то... не влезет туда. Иди в больницу. Давай, иди. Ты какой-то великан. Кажись, тебя тут не обслужат. Слишком бафой. Он тебя зовет, давай, иди за ним. Смотри, он тебе сейчас дорогу покажет. Сумда. О, давай, мы тебя сейчас будем лечить. Я доктор, у меня профессионализм. Так, берем гарпун, стреляем тебе в руку, чтобы взять кровь. А, мы специалисты. Так, берем кровь. Так, ладно, забрали всю твою кровь. Ты уже обессилен, но ничего. Так, еще из мозга возьмем, сочек тоже. Так, все понятно, пациент. Нужно сделать вот так. Взять, выпейте вот этот прохладный настор. ПВП, я вылечу. Давай. А-а-а, убегает, стой. Лекарство забыл. Оно помогает вообще-то. Ты чё? Я вылечу. Я умею. Давай. ПВП. Я вылечу. Блин, он меня не слушается. О, давай. Время лечения. Хопа. Так, погодите. Сначала вас надо немножко, этот, пожарить. Потом заморозить. Потом снова пожарить. И закатать в шаурму. Так, еще немножко пожарить. Вы еще не готовы. Дать. Куда? Да мы прям героя одного человека спасли. А чё он убежал? Я еще не долечил. Самое последнее осталось. Ну вот, убежал.
А так бы мы бы из него шаурму сварили. На весь город бы хватило. Ну ладно. Кстати. Я его поджаривал там, а он взял и убежал. Вкусно было бы. Ну да, вкусно. Реально. Он, кажется, что-то заподозрил и убежал. Такой огромный город для мини-человечков, которых не хватает еды. Ой, лисы! Бежать, бежать, убить, убить, убить! А из лисов шаурма вкусная получается? Не знаю, не пробовал. Куда? Где он? Давай. О, все, сгорел, сгорел. Смотрите, шаурма там, в лесу, давайте. Шлите кушать, шашлык вкусный. Будем кушать. А где он-то сам? Мы его вроде бы уже поджарили. Кажись, вареные лисы все равно убегать умеют. Эх, не накормим мы город сегодня, ну и ладно. Я приду и принесу много еды. Давай. Ас, я спасу ваш город, не переживайте. Конфеты больше привези и шаурму. Шаурмы нету, я все съел, простите, но конфеты привезу. Короче, вот вам куча конфет, можете питаться. Благодарю. Сейчас сброшу на вас город. Около 100 огромных конфет. Оп, все, кушаем. Смотрите, сколько еды. Ой, опять этот лис прибежал сюда. Эх, меня в землю закопали, как страус прям. Я теперь понял, почему в этом городе нету еды. Почему? Потому что, когда она здесь появляется, прожорливые зэги приходят сюда. Что ж, валим отсюда. А да, они опять пришли, смотри. Там они стоят, бежать. Я думаю, тут лисы все съедают. Ага, оказалось, это зэги приходят сюда. Бежим. Я в лесу спрятался, все. Они меня не съедят. Они все конфеты съели и ушли. Топ-жоры. Начну приманку сделать, чтобы их словить. Давай попробуем. Пекс. Располагаем здесь 4 тортика и коробку. Хопс, шлепс, шлепс, хоп, 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 хоп. Мы поймаем этих зэгов, и тогда этот город будет процветать. Потому что еда это жизнь, а жизнь это еда, наверное. Чё, мы их сейчас там закроем, а потом что хотите с ними делайте. И съедим. Ну вы злые, блин. Такс. Ловушка для зэгов готова. Включим прозрачность. Торты где? Торты потеряли. Так, 4 тортика здесь. Ловушка здесь. Осталось ждать дзегов. Прячьтесь. Давайте, я вот тут прячусь. Мне нужна кнопочка. Когда зэги подойдут, я нажму на эту кнопку, и ловушка упадет на них. Они все будут там. Ладно, ждем зэгов. Смотрите, там зэг идет. Смотрите, вон, видите? Хоп. Давайте подождем его братьев. Вот смотрите, он кушает. Он начинает есть тортики. Он уже один съел. Так, активируем ловушку. Хоп, все, поймали зэга. Так. Что теперь будем с ним делать? Заставим работать. Пожарим. Мне как-то жалко зэга. Заставим их работать, и потом их съедим. Да, обидно. Но зато мы справились. Ну хотя бы одного зэга поймали. А что варить-то? Давайте лучше этот. Сделаем его тоже мелким, тогда он не будет все кушать тут. Ладно, займитесь разработкой лекарства, чтобы уменьшать зэгов до маленького размера, чтобы они тут жили и все не поедали. А он пока там посидит, обязательно. Да. Только не зажарьте его, пожалуйста. Но на этом, думаю, мы будем заканчивать. Спасли мы этот город от этих жегов. Только вы разработаете лекарства. Их не кушайте. Постараюсь не съесть. Ладно. О, нет! Живые дома горят. Именно те, которые меня не пускали. Что? Это кто жёг? Кто устроил пожар? Какой-то челик берет и сжигает все. Я, кажется, знаю, кто это. Это кто, зэк? Это знаешь кто? Это Молчун. Ты будешь уничтожен. Стоять на месте именем закона, я полиция. Точно, у вас полицейского участка нету, знаете? Чтобы таких преступников ловить. А, ну да, точно. Вы видите, теперь весь ваш город горит. Ладно, у вас в городе тут какой-то апокалипсис начинается. А, чё? Так, ладно, дайте я потушу пожар хотя бы. То вообще как-то... Опасновато. Чем ты потушишь пожар? Я потушу пожар с заледеневшей бомбой. Тушить. Бомбой? Он не тушится. Ой, блин. За бомбой? Знаю, что бомба. Ой, ой, нет. Огонь только сильно загорелся, тем сильнее. Да ты чё? Ой, короче, я ускорил процесс сгорания этого дома. Мне надо валить отсюда.